If you don't care about me anymore, that's why you wanna break my heart into pieces on the floor. That's why you wanna break my heart. Всем рок-н-ролл, вот мы и начали записывать акустическую гитару для Drum & Bass альбома. Я позвал Никиту, потому что он один из лучших гитаристов, который играет на акустической гитаре. Он очень тонко нажимает на струны, это как раз то, что надо для Drum & Bass стиля. Справились довольно быстро, но работы еще очень много, еще очень много песен нужно делать, и надеюсь, до лета мы справимся. Но ты все равно сможешь один квадрат вырезать и их разгубить. Нет, я так не буду делать. Почему? Но это не профессионально. Но ты сможешь так сделать. Но это дерьмо будет, оно будет цокать, понимаешь? И в общем, я нашел редкие кадры, которые я планирую ставить в документалку о своем пути в бейс-музыку. И сейчас я им частично покажу.